Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. Сейчас мы с вами попробуем бесконечную башню. В предыдущем ролике она открылась. Вот сейчас мы сделаем отдельный ролик именно для нее. Так, что здесь значит у нас? Требуемая сила 120 тысяч, у нас здесь 41. Так, ну и что здесь? Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ух ты, пятый, круто. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Ух ты, елки-моталки, а сколько же здесь уровней-то? Обалдеть. Вот, самый последний, это 50-й. Ой, тут есть требуемая сила 2 миллиона 700, требуемая сила 3 миллиона. Нормально. Так, ну, значит, если по своей силе, то мы можем долезть только до... Вот где-то вот до... Вот до этой. То есть это у нас до 7-го этажа мы можем долезть. Ну, давайте попробуем. Чем выше поднялись бесконечные башни, тем щедрее будет награда. Ну да, но, блин, сумма-то повелитель первого этажа. А, тут с боссами надо драться. Прикольно. Все. Первый этаж пройден. Не, ну классно, чё. Чисто, короче, одни боссы прям сразу же. Так, понеслась. Повелитель второго этажа. А если вот так вот? Смотрите, не сдох. Все? Господи. Следующий этаж. Не, ну мы до седьмого, я думаю, долезем сейчас. Так, блин, 3 миллиона силы нужно. Охренеть. Нормально. Без урона или урон сделан? Такой сейчас посмотрим. Не, урона нету. Классно. Так, четвертый этаж. Блин, ну это интересная штука тоже, да. Можно в дальнейшем тоже ролики делать, как будет повышаться. Увеличить четвертого этажа. Орк на этом. Как вы заметили, у меня новая одежда, новый костюм. Хоть он и выглядит говняно, но я его взял только потому, что как бы у него из того, что у меня есть, самая лучшая как бы защита. Ух ты, блин, смотрите, четвертый, а пятый уже сейчас будет, да? Классно, классно, сейчас попробуем пятый, это типа босс, мини-босс. Принцип пятого тогда, ух. Все равно он не идет. Классно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Сел такой на жопу. Нормально.
Нормально, продолжаем дальше. До максимума, какой мы можем дойти, так и дойдем сейчас. Так, ух ты, требую силы 209 уже тысяч. Нормально, сейчас будет нормально. Ну и на следующем надо попробовать не сдохнуть просто. О. Ой. Смотрите, как сразу все. Ой, промазал. Да, уже нормально так становится-то. Кажись, следующее я даже не пройду. Почему-то так кажется. Ну ладно, сейчас посмотрим, может получится. Вот она, 241. Седьмая. Ну, попробуем. О, голем. Голем, голем, голем. Да, прошли, но, конечно, так. Уже чувствуется, что тяжело становится. Блин, следующее даже не знаю. Тут уже даже тяжелее, чем у нас есть. Ну, попробуем просто для интереса. 273 у нас 41. Ух ты, какой красавчик. Пока смотримся, будем вариант брать из того, что надо бегать и зарабатывать этот какой. А, так тут еще и на время будет, да? Ну, ладно, давайте вот так вот. Так, есть. Так. О, блин, смотрите, что делает, а? Не оглушился. Так, ладно, убегаем пока, убегаем. У нас еще минуты есть, так что нормально. Ну да, с помощью такой нехитрой штуки просто бегаешь от противника, можно, в принципе, победить. Так, ну давайте что, еще один попробуем, пока у нас идет, пока все как надо. Так, 10-й, а не 9-й. О, ну тут 302 тысячи уже, да? Ну давайте попробуем. Будем применять тактику ударил-убежал. В принципе, пока она работает. Так, повелитель 9-й тоже. Этот плюс толстяк, он как бы, в принципе, он только ходит, поэтому.
Так. Покажу себе. Так, все, убегаем. Нифига себе у него, смотрите, один удар, я уже почти подох. Нормально. Так, убегаем. Ни хрена себе, нормально. Нормально так. Вот так вот. Ой, ладно, убегаем. Не, ну что-то, кажись, не получится здесь. Пятый. У меня только 5, да еще минуту целую играть. Мы можем вот так сейчас сделать. Раз. Потом. Ну да, минимум отбирается, но... О, все. Ну, мы, по крайней мере, попытались выйти. Конечно, выйдем. Сейчас смысла дальше нету. Ну, в принципе, посмотрели с вами, что такое бесконечная башня. Интересная штука, да, это... Ну... Уничтожаешь просто боссов. Но, опять же, сила, конечно, здесь мне пока позволила только долезть до 9-го. То есть даже до 8-го. А, нет. Да, 8-й я прошел. Да, 8-й я прошел, а 9-й не могу. Да, 9-й уже никак. Так, ну ладно, на этом мы заканчиваем ролик этот. И перейдем сразу к приключениям. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. До новых встреч. Пока-пока.